Бали. Короче, выезжаю с паркинга, идет снег, и буксуем. Короче, вообще никак не выехать. Все заставлено только задним ходом. Можем ехать. Коллега вот с этого, с этой машины подрядился помочь. Он там сзади смотрит. Но скользко и никак не выехать. Короче, цепи подкинули под колеса, под ведущую ось. И таким образом пытаемся выехать. По бордюру, короче, поеду, потому что ни радиуса нету, ни хрена. Блять, это какой-то просто трэш. Ведущая, блин. А? Да лес близко, так не едет. Но. Так, надо не так, короче. Блин, просто жесть. Конечно, с этим снегом, блин, приходится мучиться. Пойдем цепи подкинем еще раз, перекинем. Ну так. Так. Тут надо еще заламывать. Блядь. Просто, блин, с паркинга выехать. Вот такая канитель, а. Ну, такая траектория где-то. Сейчас будем заламывать тягача. Колеса придут сюда. Окей. А вы тут передали, бы тут это видать, живота есть, не? Ну. Ну, добро, попробуем. Это же пробежник, чтобы на него въехать. Но. Въедем, греть там, с тылу, добро? Да, да, да. А я уж тут. На коробочку, на газеточку. Фу, блин, пипец. Так, пробуем еще раз. Жарко уже, невозможно. Так, колеса так, задние по цепи, а это должно на бордюр заскакивать. Чуть-чуть не хочет.
Что он там? Что там? До пшоду туда и сейчас так. До пшоду там не вем поедет и не поедет. Но он подкидывает с той стороны. Блять, надо пойти самому посмотреть. Да что давай, блядь. Можно? А, так тут бордюр, ё-моё. Херово. Тут еще метр. Метр. Что? Боже. Что? Надо до тылу. До тылу? Да какого? Макс до той стороны спрятал, не? До той стороны. Я бы иначе по там шла, не? Там. Ну так. Да, ну такого может быть все равно, да? Надо вон туда. Под колесо, бля. Вперед еще. Просунусь. Сука, ни песка никакого нигде нету, ничего, бля. С той стороны еще. Заломало его, блин. Прицеп этот. Так, а где-то здесь еще лежала селька такая одна. Без нее ни хера не будет. Сука. Thank you.
выгребли. Выгребаем на дорогу, похер. Так, тихо. Тихо. Едем чуть-чуть, цепи сложить и ехать. Блядь, снегопад, охереть. Пылю, ну. Охереть, бля, охереть. Сейчас найдутся такие, типа, в Сибирь съездит, в Казахстан съездит, там больше. Это все вот сейчас детский сад. Да, да, да. Ну давай. Ага. А где другие? А. Пусто то хуёво, не? Заводовани то иначе. Да тут и... Та 3000 нема килограмм. 2700, может. Ну, палеты, ну. Как бы налегко, не? Опа, тут есть, эй. О! Вот я его и шукал, ну. Ну, давай, деньги, ну. Добрый. Так, и где-то был тут пасек такой. Пасек? А то я не видел. Ай, нема, нема. Добро, коллега, деньги. Нема справы. На разе. Ну, до видения. Нема справы. Вот, братан. Спасибо. Хер бы я выгреб, бля. Один. Вон, тут прицеп. Тут бордюр, там прицеп. И там легковушки. Все. Еще непонятно, что будет дальше в дороге, блин. Это еще большой вопрос. Пытались коврики эти противоскользящие подложить. Но все это фигня на самом деле. Они скользят только так. Фу, все, погнали. Надеюсь, в дороге все будет ништяк. Да, это бог. Ну, в общем, вот такие дела. В итоге, в общей сложности, 40 минут, почти 45, занимались тем, чтобы выехать с паркинга. Вот так вот снежок немножко испортил весь план. Но, как есть, так есть. В принципе, уже выехал на дорогу, А4 из Вроцлава туда, как в сторону Дрездена, на Германию. Тоже снег идет, дорога, видите, какая. Все едут, колонна целая, вон, скорость 50, 45, где-то 55, но так в основном 50, 51, 52, не больше. Хрен его знает, докуда я сегодня в итоге доеду с такой погодой и с таким темпом движения, но зато главное никуда не улететь, ни в какой кювет, ничего, потихоньку будем ехать. Доставка у нас во вторник в Барселоне. Сегодня еще только четверг, вечер. Вот. Как бы, если очень надо будет, хрен с ним, используем еще и субботу, как ездовой день. Где-нибудь там уже по Франции будем двигаться.
Ладно, будем смотреть, как тут будет получаться, докуда нам получится доехать и все остальное. Пока что двигаемся. Аккуратненько. Конечно, бля, полный пипец. Вот такая погода. На щетки на эти все налипает. Ё-моё. Почистить это все дело. Так, у меня щетка классная есть, кстати. О, специально обученная, вообще все как надо. Сейчас мы это все дело немножко марафетно ведем. В общем, после вчерашних приключений, о, один мешок разорвался. После вчерашних приключений, в принципе, доехал я до туда, докуда практически и планировал. Не доехал, буквально километров 40, за счет того, что по дороге от Вроцлава было медленное движение. На маленькой скорости все ехали, поэтому теряли время. Вот. Но потом уже дальше дорожка пошла нормальная. Там уже все разогнались. Ехали нормально уже. По Германии вообще уже поздно вечером, ночью, дороги пустые были. Вообще отлично. Летели там уже 90 скорости максимально. Так что так. Но сейчас пока стоим на паузе. Около города Вюрцбург. Проехал Вюрцбург на 81-й дороге. Остановился. До вечера постоим, поедем дальше. Пока что коврики эти надо смотать. Вчера уже не стал это все сматывать. Так, кинул в машину просто, в прицеп. Да и все. Хрен с ними. Сейчас смотаем. Короче, план такой. Сегодня достаиваем паузу и вечерком опять выдвигаемся в часиков 5:30 и поедем где-то до Лиона. Поедем до Лиона. Такие вот дела, такие планы.
Так, ну здесь, в принципе, все. Шнурок, блин, потерял с этого мешка. Связан еще был. Ладно, хрен с ним. Так что в этой работе, ребята, всякое бывает. Бывают дни, когда вообще на полном релаксе. Ни о чем не паришься, ничего не напрягает. А бывают дни вот с такими определенными неудобствами и проблемами. Это вот видео больше для тех, кто частенько задает вопрос: расскажи что-нибудь эдакое, ну типа какие-то реальные истории из этой профессии. Ну вот вам реальная история, наглядный пример. Как бы ничего такого особого, обычные рабочие будни, можно сказать. Но вот такое вот бывает. Такое вот бывает. Надо стекло еще снегом покидать, снегом и дворниками потом почистить. Щетки почистить надо, дворники сами. Главное, желтый снег не кидать. Все знают, да? Короче, блин, забыл сразу обить щетки. Сейчас снег облезет, там вибаста работает, в кабине тепло, сразу он все сползает вниз, этот стекло теплое. Надо только дворники еще. Блин, вчера протирал. Надо сегодня еще протереть. В общем, такие дела. Все. Помоем стекла и дальше отдыхать. 5:30, в 6 вечера выдвигаться дальше будем.